желание вступить в брак обоюдным, искренним и хорошо продуманным решением. Ваш ответ, невеста? Да. Ваш ответ, жених? Да. Боба Сергей Сергеевич, брат Ивсея Мироновна. Вот, сидите в заключении брака. Пожалуйста, блядь, наглядно ему объясни, что не нужно жениться, блядь, что он делает хуйню. По статистике, у нас больше пар разводится, чем остаются вместе жить надолго. Сережа, нет. Женился, а говорил мне, когда мы с ним только познакомились, что я женюсь лет 35, вот так, и девушка я до этого времени жить не буду. Уже со мной, вот, я в парке бедного. Сегодня вы признали, причем не просто между собой, а признали при свидетелях, что вы принимаете друг друга такими, какие есть. Со всеми своими достоинствами, недостатками, со всеми какашками, извините, и так далее. Вот вы сегодня признали, что я беру его такой, а ты берешь его такой, есть. И дальше, все, что будет отправляться, будет считаться, что вы не очень умные, то есть вы понимаете эту жизнь. Паспорт, значит, мы сегодня женаты, значит, мы теперь сегодня муж и жена. Я не подавлюсь.